Вітаю вас! Ви дивитесь програму про профі. Зефір – це не лише смачні солодощі, а й сорт прекрасних квітів фіалок. Сьогодні наша знімальна група завітала в гості до відомої житомирської колекціонерки Олени Новікової. У її колекції майже 300 сортів фіалок. Мабуть, чи не кожен із нас з дитинства пам'ятає той п'янкий аромат квітів із підвіконня? І чи не кожна, поважаючи себе господиня, хоча б раз у житті та мала у своєму домашньому арсеналі щонайменше один горщик цих чудових квітів? Коли ці рослини стають не просто прикрасою, а й натхненням, розповідає колекціонерка Олена Новикова. Около 300. Точнее не могу сказать, потому что часть сортов уходит, часть приходит новых. Постоянно коллекция обновляется. Какие-то сорта, может, бывает, погибают, либо по каким-то причинам не нравятся им у меня. Иногда растение просто-напросто по энергетике сорт не совпадает со своим хозяином. И приходится с ним расставаться. Поэтому заводятся новые сорта. Відомо, що фіалки любив ще Шекспір. Емблемою періоду Наполеона Бонапарта теж була саме ця рослина. А у предків сучасних французів гальських племен вона ототожнювалася із цнотливістю та скромністю. Взагалі, на цьому історії та легенди про Сен-Полії, так латиною називаються фіалки, які проживають у приміщеннях, не завершуються. До Олени Новикової фіалки прийшли у непростий період як розрада і стали хобі, а потім і справою життя. Первая фиалка у меня появилась довольно давно, это был еще 99-й год, настроение было ужасное, была весна, февраль было мокро, паскудно, и я просто увидела, женщина продавала фиалочку, я влюбилась с первого взгляда, это был лебединый полет Макуни, и она у меня жила... где-то лет 5 или 6, я просто не знала, как с ними обращаться, я просто любовалась, она цвела в огромном горшке, огромным букетом, очень долго, а потом, уже в 2004 году, положение было достаточно сложное, в общем, я работала в фотостудии менеджером, и прибежала девочка, фотограф, с двумя стаканчиками с цветущими фиалками. Я просто очень удивилась, что это стоит настолько дорого, вот, и настолько они интересные. Я начала ее расспрашивать, что, почему, как. Она мне сказала очень простую вещь. Моя, говорит, бабушка, у нее, говорит, плантация еще больше, чем у меня. Вот. Она просто приходит ко мне, наламывает листиков, приходит домой, потыкала их в землю и говорит, живите, и они живут. Вот с этого началась моя настоящая коллекция. Где-то в течение полугода у меня уже было около сотни сортов и очень достаточно большая плантация, с которой мы переезжали несколько раз с квартиры на квартиру. Но дело даже не в этом. Фиалки просто змінили мою життя. До Російської імперії фіалки потрапили лише на початку 20-го століття і були досить коштовною рідкістю. Їх вирощували лише в оранжереях і ботанічних садах. Проте з часом вони стали дійсно народними. А сьогодні усі існуючі сорти Сен-Полій і неможливо полічити. Дуже багато отечественних селекцій. Це отечественний сорт. Це наш український селекціонер Світлана Репкіна. Це сорт, по-моєму, 10 или 9 года, и один из новых, цветет великолепно. Вот с мая месяца она практически не прекращала цветы по 8,5 сантиметров. Великолепно. Вот это вот тоже отечественный сорт. Называется «Голубая кровь» коршуновой. Вот. Роскошнейшая розетка. Она немножечко, конечно, перецветает. Ну, есть и сарановские сорта, это американский селекционер великолепный, вот это называется Arctic Frost, шикарный, а это Winter Parasol, это очень интересный сорт.
Звідки до нас прийшли фіалки, точно невідомо. Проте існує кілька популярних версій, які мають більш-менш правдиву, на думку колекціонерів, історію. У одній із легенд Сходу йдеться про те, що фіалки з'явилися, наприклад, зі сліз Адама. У іншій вони тісно пов'язані із Зевсом. Насправді ці квіти родом зі Східної Африки, а у Європу потрапили відносно нещодавно, у 19 столітті. Частенько приходиться давати консультації по телефону, іноді по інтернету. Покупателі постійно консультуються. Це обов'язково, іначе як же, який смисл в цьому? А виставки, альтернативні виставки є? Ну, виставки, діло в тому, що на професіональні фіалочні виставки. І я поки не їздила. Я займаюся тим, що участвую в виставках універсальних. Це наші виставки-ярмарки, які проходять в Житомирі в різних містах. Вот. Ну, поскольку город маленький и профессиональную выставку здесь собрать, мало того, что очень сложно, это очень дорогое мероприятие, ну, еще и ну, смысла никакого нет, потому что каждый хочет не просто поучаствовать, показать свою красоту, но еще что-то продать, что-то заработать, аренда помещений, вы же в курсе дела, сумасшедших денег стоит. Взагалі фіалки поділяються на три види – дикоросла або лісова. Зазвичай квітне на галявинах і має маленькі суцвіття. Ще є фіалка садова – ця вибаглива красуня не росте у приміщеннях. А у замбарська фіалка або сенполія – звична нам кімнатна рослина. Опит, без опиту здесь нічого не зробиш. І першим ділом опит – це личний. Но сначала, прежде чем всерьез заняться фиалками, я нашла профессиональную книжку, где рассказывалось об агротехнике, обо всех способах выращивания, в общем, обо всем, что необходимо знать. И мне повезло, просто попала книга с опытом наших ведущих селекционеров того времени, Макуни, Андреевой. И потом попала еще шикарнейшая книга Архипова «Фиалки в наших сердцах». В общем, на основе вот этого материала я начала немножечко обдумывать собственную книгу, поскольку люди постоянно приходили и спрашивали, что, как. Но ведь все это рассказать, весь этот пласт огромнейших знаний невозможно. И поэтому я просто начала писать книгу сама. И у меня это получилось. Часть информации я брала в интернете, потому что все знать тоже невозможно, нереально. Вот. И большую часть, конечно, это на основе собственного опыта, то, что я практикую со своими растениями, я полностью изложила в этой книге. Достаточно доступно. Вот. А поскольку издавать полиграфические издания – это очень дорогое удовольствие, мы сделали вот такой вот самиздатовский диск с мужем. Весь дизайн сделал мой муж. Вот. И периодически он записывает его, когда диск пользуется спросом. Не часто, но тем не менее, вот люди пользуются и очень довольны. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. Олена, скажіть, будь ласка, скільки років ви займаєтесь фіалками, та чи є в Житомирі люди, які розділяють ваш інтерес до цих прекрасних рослин? Я вже займаюся всерйоз 9 лет, да, вот уже 10-й год з весни починається. В Житомирі дуже багато фіалководів, дуже багато крупних колекціонерів, моя колекція далеко не самая большая. Вот просто так получилось, что я попала в поле зрения. Ну, я чаще выхожу на люди, получается так.
мою страсть разделяет и мой муж замечательный. Вот полностью все, вот это же все эти сооружения, это все его рук дело, все приспособления, всю полиграфию, весь дизайн мне помогает делать. Вот. А в городе очень много, и приходят постоянно любители новые, молодые девчонки, очень интересные, вот такие вот душевные, открытые. Мне настолько приятно общаться с такими людьми, я очень довольна. Чоловік Олени не лише розділяє її пристрасть до фіалок, а й намагається допомагати у цій справі. Задля допомоги коханій йому довелося навчитися багатьом новим справам. Але сьогодні він каже, від цього отримує задоволення, адже разом з дружиною створює надзвичайну колекцію краси і чарівності. Знаєте, произошла, можна сказати, метаморфоза. Я ніколи не думав, ми 8 років вместе з Оленою, я ніколи не думав, що я так буду відноситися до цвітам. Для меня, ну, наверное, для каждого мужчины, ну, цветы, да и цветы, подумаешь, ну, красиво, да и красиво. Я никогда не думал, что я буду относиться к ним как к детям. Понимаете, настолько интересные, настолько захватывающие, я вижу, насколько искренно, с какой любовью относится к ним Алена, это передается. Без дизайна, сами понимаете, конечно, без рекламы, без дизайна никак не обойтись. Пришлось освоить эту специальность, пришлось освоить Photoshop. Пришлось освоить Vegas, видеомонтаж. Поэтому вот делаю такие интересные презентационные фильмы, маленькие рекламные ролики, плакаты рекламные, афиши. Скажите, чи приносится вам задоволення? Безусловно. Вообще я человек творческий, как и Алена. Мне нравится что-то делать своими руками, тем более, если оно приходит еще и приносит материальную выгоду, это вдвойне приятно. Меня этим не испугать. Единственное, что меня здесь крайне возмущает, это работа наших советских строителей. Я как-то попробовал найти прямой угол в этом помещении, не нашел. В таких условиях приходится, там горб, там нужно подравнивать, там нужно рубанком снимать. Но ничего, эти хлопоты, вы знаете, это приятные хлопоты. Не варто забувати, що фіалка – особлива рослина, і передбачити її щорічний цвіт практично неможливо. Проте при відповідній увазі навіть найбільш занедбані із них дають суцвіття неперевершеної краси. Фіалок зараз дуже багато сортів, дуже багато з'являється нових. Вони часто не перевірені, або нестабільні. Іноді фіалка тільки на третій рік свого існування показує, наскільки вона прекрасна. От, допустим, от це чудо. Это вот чудо. Это еще не цветок в полурозпуске, и он пока только один, а там снизу еще целая куча бутонов. Это будет шикарнейший огромный букет. Но уже видно, насколько роскошное растение. В первом цветении это было настолько страшненькое, настолько несчастное существо с меленькими розовенькими цветочками, растрепанными. Ну, жалко было смотреть. То есть, чтобы увидеть вот эту красоту по-настоящему, нужно набраться терпения, как с ребенком. Иногда ребенок рождается, допустим, с родовой травмой, с вытянутой головкой, какой-то несчастненький, шелудивенький, страшненький. Но когда вы его любите, к двум, к трем годам расцветает и появляется чуть-чуть глазастое, очаровательное чудо, которое вы любите. То же самое происходит и с фиалками. Нужно набраться терпения и дождаться. Ее называется Анжела Дэвис. Это сорт нашего замечательного селекционера Винницкого Елены Лебецкой. Вот. В первом цветении он может быть абсолютно невзрачным. Поэтому если вы покупаете с роскошного растения лист и начинаете его выращивать с него, дождитесь второго, третьего цветения, наберите терпение, и вы увидите эту красоту. И есть еще один интересный нюанс. Когда вы покупаете тот же лист с роскошного растения где-то на улице, либо на выставке, и приносите его домой, и начинаете ждать, когда же она зацветет, но проходит год, два, фиалка стоит. Куст вырастает большой, шикарный, хотя он должен быть и маленький, вот это полумини, она должна быть немножко меньше. Вот это мама. Этой маме уже почти 2 года. Но вот, это ее дочка. То есть вот эта розеточка выращена с листа, с этой розеточки. Прошло 2 года, и дочка зацвела быстрее, чем мама. То есть на условиях моей квартиры растение адаптировалось и начало выцветать, как ему положено, через год.
Новикова каже, по нові сорти їздить на виставки, обмінюється з колегами та шукає в інтернеті. Крім того, постійно підтримує зв'язки із селекціонерами. Останні роки їжджу на виставки в Київ. Вот, перезнакомилась со многими коллекционерами. Мы обмениваемся сортами, можно заказать сорта по интернету. Заказывала сорта у Любецкой, великолепный наш селекционер. У нее, кстати, очень стойкие сорта, они великолепно цветут, а там на кухне посмотрите. Здесь из ее сортов, вот, кстати, из ее сортов есть великолепнейший сорт. Совершенно необыкновенный, называется колыбельная. Это тоже первое цветение, но цветочки, вот этот цветок раскрылся месяц назад. Он только-только начинает вянуть. І якщо ви хочете розводити рослину, наприклад, з листочка, то слід готуватися до того, що цей процес займе чимало часу. З першого листка, ну в середньому, це як ребенок. Допустим, вот это растение. Год назад у меня купили цветущую розетку, я оставила себе лист, и через год вот она мне снова зацвела. Есть сорта, которые зацветают намного раньше. У меня есть розеточка очень интересная, называется, значит, это американская селекция Scarlett O'Hara. Мама еще не цвела, с нее я снимала лист, у меня уже есть деточка с бутоном. То есть ребенок уже будет цвести. Очень часто растения привыкают к условиям данного дома, ну, в течение двух поколений. Во втором поколении они уже более сговорчивы. В первом поколении могут покапризничать. Вот. А через год уже во втором поколении зацветают великолепно. Они уже адаптировались к дому, они уже, это уже наши растения. На питання стосовно фіалок-улюбленців Олена відповідає зі сміхом. Каже, вирізняти їх не вміє, до кожної ставиться по-особливому. В общем-то, особого преимущества я не даю никакой фиалке, потому что каждая прекрасна по-своему. Они настолько разные, невозможно. Ну, просто есть вот фиалки очень простые, которые, вот, допустим, как вот это вот чудо, она еще пока не цветет, стоит в бутонах. Вот, вот видите, море бутончиков. Но эта фиалочка, уже детки рождаются с бутончиками. И даже отдельный цветонос, вот это отдельный цветонос, у него хорошие трилистнички, я его посадила. Посадила я его еще в декабре. И вот теперь он цветет, вот этот цветочек уже держится больше месяца. Тут еще один бутон. И, в общем-то, он живет как самостоятельное растение, прекрасно растет. Это полумини. Вот. Это один из самых цветущих сортов. Перевод я вам не скажу. Называется Max Southern Springtime. Цветочки великолепные, бело-вишневые. Всегда цветет шапкой, очень обильно. И деточки, вот, и детки цветоносы вылезают с бутончиками. Из фаворитов есть еще вот такой вот сорт, который у меня достаточно давно. Сорт коршуновый, называется «Лебединое озеро». То же самое, всегда выцветает стабильно, всегда вот эти цветочки раскрываются очень крупные, роскошные, цветет обильно, букетом и безо всяких проблем. Чи можливо прожити на дохід, який приносять фіалки? Олена каже, все залежить від бажань та вимог самої людини. Одні продають листочок за 10 гривень, інші – за 50 копійок, а треті – від 50 і більше. Сорт і умови, у яких жила квітка, теж мають велике значення. Адже інколи можна купити і вазон, заражений шкідниками, за чималі гроші. Ну, це вопрос дуже складний. Це залежить від того, що ви хочете від цієї життя. Допустим, на те, що необхідно мені, мені вистачає. Я не сказала, что это очень большие деньги, поскольку вкладывать приходится не меньше. Вкладывать приходится очень много, поскольку и освещение, и стеллажи, и сами растения, и посадочный материал стоит очень дорого. И если, допустим, для сравнения, я здесь в Житомире продаю один лист с растения за 10 гривен, то в Киеве я тот же самый лист покупаю за 40-50. Минимум 20 гривен. Причем это не так, как продаю я. Вот, допустим, вот этот вот лист уже уже иногда даже с детками, с корнями. Я их высаживаю в такие зиперы и продаю. Вот. А в Киеве мне просто снимают с растения с цветущего лист. И причем не тот, на который я показала.
И только редкий коллекционер отдаст указанный лист. Вот, а просто вот сняли с растения. Да, они у них всегда готовы к посадке. Вот, но тем не менее. Фиалки вообще-то, как и все любые растения, подвержены различным заболеваниям. С ветром может залететь и трипс, и клещ. Нужно обязательно, если что-то фиалка выглядит, допустим, угнетенной, нужно посмотреть, в чем дело. И смотрим в микроскоп. Воюем с лишней живностью, если она появляется. А как это выглядит? Ой, это очень забавно. Смотрится микроскоп, это карманный, с подсветочкой. Вот, представляем и смотрим. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, у нас тут похулиганил немножечко трипс. Вот среди зимы проснулся трипс. И нужно посмотреть, что он там сделал и есть ли он там вообще. Вот. Пока только видно, что немножечко посыпалась пыльца. И можно просмотреть, как под любым микроскопом. Даже умудрились один раз его сфотографировать. По-моему, он на фотоаппарате еще и есть. Я его еще не сгружала. Микроскоп вот на эти крошки. Может быть, что-то из них живность. Наводим резкость и смотрим. Рассыпанная пыльца есть. Живности нету. Потому что провели обработочку вот актарой. Цветам понравилось, живности нет. Олена Новикова селекцією не займається, адже це потребує чимало часу і багато місця в квартирі, а то й окремого приміщення. Та й справа це відповідальна. Понимаете, это очень большая ответственность. Я не считаю, что я сейчас к этому готова. И, во-вторых, ну, для этого нужно очень много места. У нас места очень мало. Вот, допустим, для того, чтобы заняться селекцией, необходимо, ну, как минимум 200 сортов под оплодотворение, чтобы можно было выбрать и подобрать что-то более интересное, чтобы не повторять работу предыдущих селекционеров, потому что сортов на данный день уже более 30 тысяч видов и сортов фиалок. Вот, чтобы не повторяться и сделать что-то действительно оригинальное, нужно очень много места и очень много времени. Сьогодні початок діяльності у сфері квітникарства Олена Новикова згадує з посмішкою. Малі квіти врятували її від суму, розрадили і подарували мету, адже за цей час її життя змінилося на краще. До этого у меня была тяжелая депрессия, я вообще литератор. Вот. Была тяжелая депрессия, жила одна, было очень тяжело, дочь вышла замуж, сын взрослый. И, в общем, было страшно. Год я не знала, куда себя девать. Когда я принесла в дом вот эти листики, я их посадила. Это что-то, плантация сразу около 100 листов. Вот. И через месяц я почувствовала, что моей депрессии просто нет. И надо было видеть моего сынуля, который уже тогда был выше меня. Он прискакал: «Мама, у тебя там детка проклюнулась». Вот это вот изменило мою жизнь. Серед інших вподобань Олени Новикової – класична музика та старе добре кіно. У вільний від фіалок час жінка спілкується з друзями-бардами та письменниками, адже і сама пише вірші. А по натхнення ходити далеко не треба. Воно поруч. Ні криміналу, нічого, ні новостей. Стараємося від цього уходити. А поскольку муж у меня тоже творческий человек, мне с ним всегда интересно, как говорится, всегда есть о чем поговорить, это и вдохновляет, это очень вдохновляет. Для новачків, які вирішили займатися фіалками, універсальних порад не існує, каже Олена Новикова. Проте не варто починати із дорогих чи елітних сортів. Не забувайте, що ця квітка досить примхлива і може не прижитися у вашій оселі. Сорта для начинающих – це, по-моєму, міф. В каждом доме разные сорта, одни и те же сорта везут себя абсолютно по-разному. И у разных людей одни и те же сорта совершенно по-разному цветут. У меня иногда вот бывают такие случаи, что я просто продаю розетку, которая не хочет цвести у меня в доме. Ну вот один цветочек выпустила и все. Я продаю эту розетку,
И через полгода, через 2-3 месяца приходит восхищенная хозяйка: «Боже, как ваша фиалка цветет!» А я говорю: «За 2 года, за 3 года, за 4 года один цветочек видела». Для начала нужно хотя бы все-таки, вот сейчас интернет доступен всем, поскольку даже в телефоне есть интернет. Для начала хотя бы поискать информацию, как правильно за ними ухаживать. И, наверное, не стоит даже ходить по форумам фиалочным, потому что там очень много противоречивой информации. Необходимо найти толковую книгу о фиалках. У нас есть замечательные селекционеры, которые занимаются, которые жизнь на это положили, которые душу на это положили. И у них действительно реальный, настоящий опыт, которым они могут поделиться. Поискать книги Макуни, Архипова, Андреевой. Замечательных наших селекционеров. Вот. Есть мастер-классы селекционеров, допустим, у той же Елены Лебедской замечательные мастер-классы на ее сайте. Поискать вот эти, вот эту информацию. Ну и опять же, если покупают фиалку, они обязательно должны посоветоваться. Ну это же живое существо, покупая щенка, допустим. Всегда советуйтесь с ветеринаром, что с ним делать, как с хозяином, какая родословная, что этот цветок может, что не может, как с ним обращаться. То же самое, фиалка – живое существо, они очень чуткие, очень замечательные. Селекция нашего украинского селекционера Светланы Репкиной. Это называется герцогиня. Да, название полностью оправдано. Вот видите, первое цветение, цветки великолепнейшие, роскошные, крупная розетка, крупные цветы. И держатся они тоже очень долго. Вот действительно с настоящим достоинством. Герцогиня есть герцогиня. Це була програма про профі. І пам'ятайте, наступного разу головним героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне – бути професіоналом. Бережіть себе. Зустрінемось за тиждень у цей же час на цьому ж каналі.